Ну, опять-таки, первое, что мы услышали после того, как Боинг упал, это, естественно, то, что виновата в этом Россия, это заказ России, абсолютно лживая, опять, пропагандистская информация, которую средства массовой информации из-за рубежа и, опять-таки, представители власти пытались преподнести, не предоставляя никаких доказательств, не проведя расследований, не допуская людей, которые профессионально могли бы этим заниматься. То есть это говорит о том, что просто произошло это, опять-таки, не по вине России, да, крушение этого Боинга. И поэтому они всячески сейчас препятствуют появлению правды об этом событии. Поэтому оно уходит из информационного поля. То есть это совершенно логичная с точки зрения Запада ситуация.